Размещение американской системы противоракетной обороны в Республике Корея раскритиковало китайское информагентство Синьхуа. По мнению издания, это внесет разлад в политическое взаимодоверие Сеула и его соседей по региону, а также негативно отразится на экономике. Южнокорейским властям стоит опасаться позиции проводника американских взглядов в регионе. Синьхуа предупреждает, военные амбиции США могут привести к дестабилизации ситуации в азиатском регионе. Такого же мнения придерживаются многие независимые эксперты. Бывший премьер-министр Республики Корея заявил, что развертывание системы ПРО значительно осложнит торговые отношения между Сеулом и Пекином. Китай – крупнейший торговый партнер Республики Корея. Объем двусторонней торговли в 2015 году составил 275 миллиардов долларов. По словам Чон Ун Чхана, размещение ПРО подорвет взаимное доверие, основу экономических связей двух государств. В свою очередь, директор Центра корейских исследований Фуданьского университета Джен Диюн уверен, процесс развертывания вооружений может привести к новой холодной войне на Корейском полуострове и в Восточной Азии.